Здорово, друзья! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Gears 5. И в прошлой части у Кей случились какие-то странные видения в голове. И походу это она собственноручно убила своего дядю. Ну, давай дальше разбираться, что к чему и куда нас это все заведет. Погнали! Так, и в прошлой части мы с тобой закончили вот в этом ангаре. Что нам нужно здесь сделать? Включить свет. А где я тебе его включу? Выключатель где? На стене же должен быть, по идее, да? Хотя хрен его знает. Ты знаешь, непонятно, где здесь должен быть выключатель. Ну, давай пока так пошаримся. Найдем выключателем хорошо. Не найдем тоже неплохо. Будем искать, пока не найдем. Короче, как-то так. Так, нашли деталь одну. Осколочную гранату, это зашибись, это все хорошо, конечно. Ой, вот это полное дерьмо. Никогда не бери это. Ну, не знаю, лично мне это не очень нравится оружие. Поэтому, мне кажется, смысла в нем никакого нет. Где включай... А, во. Все, я нашел выключатель. Нихера себе выключатель света. Давай уже, включайся. Я знала, что у дяди есть ялик. Умеешь им управлять? Более-менее. А ялик мы с тобой нашли. Это хорошо. Ну вперед, Маркус только что отправил Джеку координаты какой-то базы на севере. Новая надежда. Новая надежда? Хорошее название. Ладно, нам пора выдвигаться. Путь предстоит долгий. Да, не знаю я, долгий, недолгий. А здесь точно больше ничего не нужно нам. Может быть, что-то еще интересное мы найдем с тобой. Хе-хе. Патрики найдем. Естественно, Патрики найдем. Так, понятно. Может, еще детальки для Джека? Можно наверх залезть. Полезли. О! Только я сказал про детали для Джека, и вот они у нас с тобой есть. Отлично. Ну что, посмотрим, как, что можно Джеку прокачать, а что нет. У нас 7 деталей с тобой. 7, ты понимаешь это вообще? Так, а что можем прокачать? Саморемонт, полевая медицина. Ты знаешь, я думаю, что нам нужно прокачивать вот это. Да. Полевая медицина, Джек может поднимать тяжело раненых. Я думаю, что это будет пока основное. Пойдем дальше. Так, ялик, так ялик. Так, сюда мне? Эй, Дел, что такое? Я рада, что ты здесь. Я тоже. И все? И это все, что ли? Воу! Это я еду? Да ладно. На, Дел, прошла куча времени. Скажи, что мы уже рядом. Новая надежда по долине прямо по курсу. Мы близко. Ништяк. Да, я управляю. Все понятно. А карта-то есть у нас? А карты нет. Северный Тирус. Ну ладно, поехали. Слушай, воу, полегче, бро. Смотри, разобьемся нахер. Ты почему всю дорогу молчишь? Как ты там? Ну, хорошая новость состоит в том, что я почти освоилась с этой штукой. И это меня здорово отвлекает. Слушай, я справлюсь. Просто не верится, что дядя умер. А, ну да. Ну-ка, может, сюда? Кстати, спасибо, что спросила про мое состояние. Блин, читать и вести это, конечно, жопа. Еще бы. Воу. Да ладно, я наебнулся. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Там какой-то мостик, смотри-ка. Короче, когда читаешь и ведешь ялик, это не очень удобно. Мне жаль, что Джей Ди повел себя так с тобой в деревне. Он просто дебил. Дел, уж ты точно не должен за него извиняться. Эй, стой, тут у ворот впереди. Судя по виду, стена появилась не так давно. Явно при новой коалиции. Ну ладно, давай посмотрим. Так, теперь надо было бы найти обходной путь и попробовать открыть эти ворота. Слушай, Джей Ди, утаила тебе важную тайну. Но чему я лучше него? Ты рассказал нам свой секрет, а он утаил. Ну да, верно. Так, нам походу сюда.
Давай поищем всякие вкусняшки, всякие всякости, всякие всякости. Я бы так же сказал. Так. Эй, глянь туда. Это новая надежда? Координаты Маркуса к северо-востоку. Новая надежда. Смотрите место координаты, которого передал Маркус. Похоже, мы где-то рядом. Надо только открыть этот путь. Знаешь, что меня бесит больше всего? То, как Джей Ди корешится с Фатсом. Блин, когда они стали друзьями? Джин посылала их на задание много месяцев назад. Ты думал, что они не скрифанятся, что ли? Так, это пункт, да? Арсенал. Ладно, пополним запас. Ништяк. Оверкилл. Не знаю, у меня два лансера, поэтому оверкилл... О, тришот мне нужен. Так, а это что? О, не, это фигня. Джек, открой-ка дверь. Так, а здесь что у тебя? А, патрики. Патрики мне не нужны, патриков у меня до хера. Зацени-ка, Джек нашел карту этого места. Карту? Да ладно, у нас теперь еще и карта есть, ну ништяк. А я думал, мы будем так же без карты херачить. Так, нам сюда. Ладно, хорошо. Ладно, вперед. Теперь займемся воротами. А, там такая же открывашка, короче. Джек, твой выход. Давай, открывай уже, смешарик. А то сейчас эти говнюки Роя придут. Так, выполнено задание, понятно. Осмотрите место координат, которое дал Маркус. Я понял. Ну что, это было на удивление просто. Так, здесь закончили, давай вернемся на Ялик. Да мы уже здесь. Слушай, давай оставим парочку пушек на Ялике. На всякий случай, пожарный. Чтобы сложить на Ялик... О! Ништяк! Круто! Погнали! Новая надежда, жди гостей. Меня все мучает один вопрос. Как думаешь, Маркус знал про второе поселение и Джей Ди? Ты про что? Ну да. Думаю, знал. Ты же видел его реакцию. Да, да, на самом деле многое объясняет все это. Чё объясняет? Кто объясняет? Воу-воу-воу-воу-воу. Бля. Ребятишки, слышите меня? Ты вернулся в новую эфиру? Только что приземлились. Вы далеко от новой надежды? А как мы узнаем, что мы на месте-то? А, официально новой надежды не было. Ее замаскировали под грузовой склад Джеймсон. Ищите пути и следуйте по ним. Ну ладно, пути, понятно. Так, давай-ка мы здесь все осмотрим. О, какое-то зданица. Че, пойдем пройдемся? Пойдем пройдемся. По-быстрому, я вижу здесь проход. О! Хо-хо, деталька еще одна. Круто. Ништяк. Тут мило. Если тебе нравится рухлядь. Да ты знаешь, мне рухлядь-то не нравится. Я думаю, что здесь... Оу, лонгшот. Не. Если бы можно было за место пистолета взять лонгшот, я бы взял. Слушай, здесь давно никто не живет. Да я вижу. Я бы взял лонгшот, а так нет. Менять два лансера, один лансер на лонгшот я не собираюсь. Погнали, все, здесь ничего больше нет, я так понимаю. Так, опять на ялик. А давай карту посмотрим. Может, что-нибудь проявилось? Ага, понятно, значит, нам туда. Ништяк. А здесь что за поворотиком? Ничего нет, просто объезд. Окей, хорошо. Кейт, поезд, сошедший с рельсов. Да? Ну давай пойдем посмотрим, что там у нас с тобой. Маркус ведь сказал искать рельсы, а это как раз железнодорожный туннель. Да, но он отправил нас совсем другие координаты. Надо проверить, раз пришли. Да, пойдем посмотрим, что здесь есть. Так, пушек что-то до хера. Что-то очень много пушек.
Не, устаревший лансер мне не нужен. В нем патронов меньше и скорострельность у него хуже. Ни хрена тут не вижу. Джек, посвети-ка, пожалуйста, а. Джек, ты отстаешь. Я ничего не вижу. Военные поезда. Здесь могли проводить только одну операцию, буря в кратере, когда бойцы атаковали саранчу под землей. Значит, в этих вагонах может найти что-то полезное. Да может, конечно. Вот патрики есть. Но на вагон это не очень похоже. Вот, там что-то лежит. Подожди, а здесь что-нибудь? Сейчас пройдем просто все кругом. Так, нет, это что? Ух ты! Это пушечка! А Джек не может мне принести пушку, да? Твою мать, я ее взять хочу! Джек, ты не можешь мне пушку принести? Твою мать! Я где-то у него видел здесь способность, которая, где он может носить тяжести. 4000. А, 4 штучки. Понятно. Короче, не видать нам как своих ушей это. Ладно, бог с ним. Гранату возьмем. Пошли дальше. А смотрите вагон поезда. Воу! Бля! Бля! Носильщик! Да беги быстрее! Тут слишком тесно! Я понимаю, что тесно. Где эта тварь? Сейчас. Тихо! Ништяк, я ушел от удара. Давай пузико свое подними. Бля, прячься. Сейчас он опять пузико поднимет, и мы его жахнем. Поднимай пузо. Тихо. Нормально, все будет хорошо. Давай, поднимай уже пузо. Отлично. Может, его этой херней жахнем? Блин, столько на него выпустили этих херовин. Давай забронируемся, что ли. Слушай, я в него все патроны, блин, выхерну. А куда он ушел-то? Нормально, там чуть-чуть осталось. Иди сюда, жирная свинья. Да ты что, дебил, что ли, лезь туда? Охренеть можно. Сейчас подниму тебя, подожди. Нормально? Твою ж мать, короче, все. Все патрики выпиздили. Повернись сюда, жирная свинья. Но он не сдается, я тебе хочу сказать. Весь лансер на него пришлось стратить. Все. Блин, я бы вот эту пушку бы взял бы, конечно. А Джек не может взять ее. Херово. Так, а что он там охранял? Да не ори, ладно, все нормально, черт, не ссы. Давай глянем, что он здесь в вагоне-то. Он же что-то здесь охранял. Так, какую-то записулечку охранял. Заметки о техосмотре бурового лифта. Так, патрончики. Одна деталь. Да ё-моё, я думал, все-таки две будет детали. Нам нужно 4 детали, чтобы прокачать способность эту. Что ты там говоришь? Слушай, если найти такие охладители, короче, что-то там... Что-то будет хорошо прям. В этом туннеле больше ничего нет. Тогда пошли обратно к Ялику. Блин, пушечку бы взять, а? Жалко как. А? Не может Джек таскать такие тяжести. Херово. Ладно. Не будем расстраиваться. У нас с тобой одна пушка есть. Теперь я без пушки оттуда не буду уходить вообще. Дел, мы можем выбраться здесь, я тебя подсажу.
Ништяк. Короче, без пушки больше с ялика я не выйду. Ты как хочешь, конечно, но я не выйду. Так, а Патрике можно найти? Нет, только устаревший лансер можно взять. Это фигово. Это фигово мне... Слушай, ну подвинься ты, ну ё-моё, ну тебя что, буду ждать, что ли? Блядь, они издеваются надо мной? Такое ощущение, что они надо мной издевались просто. Ладно. Поехали дальше. Нам куда? О, нам сюда. А, вон там и флаг, кстати. Флажок там есть, отлично. А по карте где это? Ну-ка, давай посмотрим. Ну да, в принципе, все правильно, мы едем. Кейт, наша точка за этим разломом, пора парковаться. Извиняюсь. О, вот здесь проканемся. Так, я, пожалуй, пушку возьму. Это он, ты уверен? Да-да, точка где-то в этом лесу. Ну и отлично. Тогда пошли. Пойдем тогда я... Что ты делаешь-то? Пойдем, я возьму с собой пушку и пойдем. Лагерь изгоев. Погоди, это лагерь изгоев. Так далеко на севере? Думаешь, они из деревни Оскара? Возможно. А куда они делись? Дневник Лины. Они жили в деревне Оскара, Лина и Норска. В этом дневнике говорится, что их новый лагерь уничтожили, поэтому они убежали сюда. Но на них снова напали. Давай попробуем их найти, расскажем мы им про дядю. А ты думаешь, им интересно про дядю слышать? Они свалились с этой деревни. Еще одну детальку. Нам нужно 4 с тобой детали. О, 4 детали тоже хорошо сейчас найду. У нас сейчас 3 с тобой. А значит, еще одна. Куда идти? Налево. Окей. Еще одна деталька, и мы с тобой прям будем вообще в шоколаде. Дел, глянь-ка вниз. А что глядеть? Побежали. Что смотреть-то на это? Да прыгай, не бойся, не разобьешься. Отлично. Так, контрольная точка. Маркус, нет тут никаких лабораторий, это просто старый лес. Поверь мне, он там. Откуда Джин знает про это место? О нем знал каждый первый министр, и все они поступали одинаково, выставляли охрану и пытались все скрыть. Секреты, да? Многовато их стало в последнее время. Дай знать, когда подойдете, конец связи. Секреты, секреты, секреты. Да хер с этими секретами, мне нужна эта штучка. Еще одна деталька нужна. Может, где-то валяется все-таки? Так, нам туда, да? Да, вон проем есть. Пойдем в проем. Сейчас что-нибудь найдем в любом случае. Не может быть здесь же пусто, правильно? Вряд ли здесь пусто. Я думаю, что здесь до хера всего, а также здесь, скорее всего, и рой есть. Так. Дел. Буря уже близко. О, классно. Да фиг с этой бурей. Меня ничем не испугаешь. Хотя я уже ничего не вижу, нет. Испугаешь, не испугаешь, но я ничего не вижу. А, вот она, еще одна печать коалиции. Мы пришли по адресу. Надеюсь. Воу. Ты отправилась в одиночку. Тебе совсем наплевать на нас. И кто теперь тебя поведет? А, тебе поверит. А, не знаю, кто не поверит. Давай поищем выход. Ясно. В смысле выход? Мы пока еще выход не собираемся. У, патроны, это... хороший знак. Хороший знак, значит, здесь будет много-много говноедов. Пойдем. Давай свети, Джек, я ни хера не вижу. Коконы. Изгои коалиции. Рой, похоже, здесь не ступала нога врага. Чё? Чё ты, блин, сказал? Бумшот я брать не буду. О, опять выход. Это хорошо. Впереди что-то есть. Давай проверим. Да я за...
Че, поезд здесь разрушенный? Так, место на входе перекрыто поездом. Поищем обходной путь. Да-да-да. Найти обходной путь. Да это как два пальца об асфальт просто. Че? Иди, говорит, сюда. Да это был единственный... О, что такое? Хера себе. О, черт. Берегись, лед. Нормально. Нормально, нормально все. Все в порядке. Кейт, учтите, оказавшись внутри, вы нисколько неприятных о прошлом коалиции. Связь прерывается. Буря. Останавливаемся. Нужно дойти до новой надежды. Да, я понял. Лишь бы в нас эта пиздюльна не попала. А так нормально все. Пойдем. Давай, 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 наверх. Быстрей, 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 быстрей. Ух ты! Кейт, смотри, комплекс прямо по курсу. Давай внутрь. Берегись. Да, лишь бы в нас не воткнулось это говнище. Пошли, 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 пошли. Воу. Воу, Джин. Похоже, заражен. А, блин, это этот. Тихо. Ну-ка, иди жахни его. Электроловушку быстро поставь ему. Да, слушай, он заражен. Ну ничего, ничего, сейчас я с ним справлюсь. Не ссыте. Так, ну-ка быстро меня прокачайте. Еще пришли, что ли? Все, да. Воу. Эй, эй, это же я. Тогда давай внутрь. Фух. Слушай, я прям это самое. Прям немножко сикнул, по-моему. Так, Патрики, подберу, пожалуй, для тридшота. А здесь что у нас? Бумшот мне не нужен. Давай к главному зданию. Да я даю, 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 даю. Помоги мне быстрее открыть. Давай, 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 Джек, заходи. Так, это у нас с тобой контроль... Как меня слышите? Да, мы внутри, похоже, это главное здание. Там нужна... Вам нужна лаборатория генетики. Ищите длинный коридор с круглой дверью в самом конце. Так точно, скажем, как только его найдем. Тихо, дверка. Пока не буду ничего открывать, потому что мне нужно все осмотреть. Я всегда боюсь то, что я куда-нибудь зайду и больше не приду, понимаешь? Еще одна печать. Они явно что-то скрывают. Это здание дышит на ладан. Может быть, найдем другой путь или что? Да я там видел, что уже можно дверь вышибить. Пойдем. А здесь что-то светится. Или мне кажется. А нет, что-то светится, подожди. А как мне это... Как мне это достать-то? А, это Патрики, ё-моё, ну ладно. Патрики тоже неплохо пошли. Где я видел дверь, которую можно... Да, что ты присела-то? Надо просто дверь вышибить. И все. Все будет хорошо. Вот так вот. Сортир. Ха-ха-ха. Сортир. Дел, я нашла проход. Как бы что-нибудь на бошку не упало. Будет не очень приятно. Шелест крыльев сверху. Ты это слышишь? Да, мы здесь не одни. Ну-ка. А что, ты не можешь проверить, кто здесь? Ну да вроде никого нет. Я понимаю, что мы с тобой здесь не одни, но вроде никого нет. Так, мне броню, пожалуйста. Что-то здесь ничего так пусто, какие-то бомжи опять жили. Ничего нету. Маркус, я нашла тот коридор и круглую дверь. Похоже, ее кто-то взорвал. О, точно, это я ее взорвал. Совсем про это забыл. И что теперь? Так, ищи другой проход. В лаборатории полно анабиозных камер. Как только увидите их, значит пришли.
Анабиозные камеры, все понятно, хорошо. Сам взорвал, короче, еще и не сказал. Сказал бы сразу. Да как светло, а. Опять проход какой-то. Нет вкусняшек? Не, нет, нормально. Так, ладно, ты слышал Маркуса, поищем другой путь. Стоп, что это? Ёбушки, воробушки, похоже, у нас проблема. Да, это однозначно проблема. Нормально, прицеливайся. Бля, вы бронированная скотина, а? Иди нахер! Где эта тварь? За дерево спряталась, что ли? Ты там это, не попади под его раздачу-то. Да где он? А, он попал под раздачу. Да ты заколебал! Попадаешь постоянно под раздачу. Да, да, беги за мной. Ага. Беги за мной, тебя... Бля, да ладно. Да ну нахер. Ты, бля, что, встать не можешь сам, да? Вот так вот. Готово. Какого хрена тут смотритель забыл? Если тут смотритель, значит, Рой решил устроить здесь улей. Зараза, давай найдем то, что нам нужно, и свалим отсюда. Я согласен. Я с тобой полностью согласен, только нужно сначала все осмотреть. Может быть, все-таки вкусняшки здесь валяются где-нибудь? Здесь еще какой-то проход, смотри. А, нет, не проход. Ладно, погнали. Мон, там что-то лежит, стой. Стопе. Стопули. Тут что-то валяется. Или это один и тот же проход? А, походу это просто через этот проход. Ладно, пойдем посмотрим, вон там что-то есть. Может, нам удача улыбнется, и в этом доме тоже что-то есть. Да, можно с ноги открыть, ну-ка. Воу. Снова они. А в том... Подожди, а в том здании что? А, это если я вниз спущусь, то все. Подожди, пойдем посмотрим в то здание. Идем, нужно вернуться в главную... Бля, откуда эти твари? Пусть поближе подойдут. Нормально. Все? Блин, а куда пушка делась моя? Не понял. Твою мать, где моя пушка? Куда она пропала? Не, ну я так не играю. Блин, мне так хорошо влил с ней. А теперь опять расстав... Не понимаю, куда. Слушай, пойдем посмотрим, действительно, может быть, в этом... Где главное здание? Вот это главное здание, так понимаю, а это не главное. Значит, давай сначала здесь обыщем все. Так, здесь нет ничего. Посмотрим, куда ведет этот путь. Ха! Вот куда он ведет. Ну-ка, открывай сейф, Джек. Здесь вкусняшка, я же сказал. Вот, теперь, короче, мы можем с тобой прокачать способность Джека, чтобы он нам таскал всякое говно. Давай посмотрим. 6 деталей, да, обновить. Все, ништяк. Теперь он нам может приносить всякое дерьмище. А здесь нельзя ничего прочистить там. Это была плохая идея. Бля, да я уже понял, бро. Тихо. Выходим на улицу. Да, действительно плохая идея. Бля, плохая, прям вообще плохая. Давай-ка перезарядимся. Да. Может, я что-нибудь забыл? Пойду посмотрю.
Но действительно идея была не самая лучшая. Но, ты знаешь, не самая и худшая. Могло бы быть и хуже. Поэтому я не расстроился. Единственное, из-за чего я расстроился, это где моя, блин, пушка. Она просто пропала. Ты понимаешь? Она просто пропала вот здесь, на этом месте. Хяк, и все, и нету. Ну-ка, может, она здесь где-нибудь застряла? Эй! Да не ссы, я тебя не убью. Ты знаешь, нет, короче говоря, пропала наша охеренная пушка. Пойдем, 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 ладно. Поднимай давай уже. Давай пролезай, дружок. Так, это явно не амбиозные камеры. Черт, что в них такое? Не знаю. Ничего хорошего, будь уверен. Так, это какой-то, блядь, газ, что ли? Тихо. Тихо-тихо, ренегат, давай завалим его потихоньку. Согласен. На, сучка. Все. Полежи. Отлично, продолжай в том же духе. Да я рад бы, рад бы. Тихо. Воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сколько же этих деби здесь? Так, одного валим. Так, ну с этими будет посложнее. Я думаю, что нужно ловушечку. Отлично. Все. Ну что, справимся с этим? Сейчас перезаряжусь, подожди секунду. Все, 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 минус один. Бля, когда они еще взрываются, они еще задевают. Вот сволочи. Ну, в принципе, и так неплохо мы с тобой справились. Да, я пройду здесь. Ничего никто не забыл? Не, никто ничего не забыл. Ладно, пойдем дальше. Пойдем дальше. Оу. А их здесь... Оу. Не, я сюда не пойду. Ну их нахер. Пойдем дальше. Вон там один спиной стоит ко мне. Сейчас я к нему подкрадусь, к этому сукиному сыну. Спокойно стой. Отлично. Так, а здесь двое, друзья. Да блин, надо прицел, чтобы был нормальный. Херово. Где-нибудь вот сюда, что ли? О. Никого нету. Вроде никого. Бля, сколько их здесь? Не, давай по-другому пройдем. Давай через коридор пройдем. Тогда в коридоре сейчас жахнем их. Вот, ты уже здесь. Какой ты грамотный. Давай. Ладно, короче, издалека их хорошо жахать. Нормально, справимся. Добей ты его уже. На, скотина, на. Все нормально. Справились. А мне почему-то кажется, что это не все. Твою мать! Ай, бля, 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 бля. Дай вылезу отсюда. Мне здесь не нравится. Твою ж бабушку, ай. Все, больше их здесь нет. Не, есть еще один. Но с этим я издалека разберусь. Жахнули. Все. Так, все в порядке. Но смотри в оба, тут много утечек газа. Да, будто кто-то не хочет, чтобы мы сюда пришли. Да, конечно. Слушай, здесь что-то лежит. Граната, но там что-то еще лежит. Ну-ка. Трисшот. Тихо. Зацепило маленько меня. А больше ничего здесь не лежит. А может, можно как-то газ выключить, нет?
А можно же было Джека попросить. Ты понимаешь, можно же было Джека попросить, чтобы он достал это говнище. Ну ладно. В принципе, ничего, пошли. Там коридор за занавесом. Да, я уже прошел, все нормально. Надо быть очень аккуратным, потому что этих говноедов здесь много, я так понимаю. Сейчас соберем Патрики и пойдем. Так, встань с другой стороны. Оу. Еще. Черт, опять эти проклятые ренегаты. Давай потихонечку. Разберемся, не спеша, да. Блин, это говно. Тихо. Бляй, сука. Да я ж нажал. Умри, тварь. Бля, я ни хера не вижу. Так, 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 помогай мне. Быстрее, 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 быстрее. Где ты? Я опять трешот потерял. Сейчас я его подниму. Он где-то здесь. Бля, я опять свою пушку... Да иди нахер. Я пушку ищу. Да ну как ты попал-то под эту херню? Да тихо, тихо, тихо. Бля, ну он умер, короче. Так, ну мы уже знаем, что здесь. Иди в жопу! Так, прячемся, прячемся, прячемся. Тихо, 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 тихо. Все нормально. Шли нахер! Все нормально. Вот, решет. Блин, дай возьму-то его. Спокойно. Так, короче, и буду бегать. Еще чуточек. Хрен знает, куда делась эта хрень. Да я тоже не в курсе. Какая-то херня падает сверху. А, это кусочки их. Давай, 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 справляйся, Джек. Вот они. Тихо. Где они наверху? Все, у меня кончился мой супербластер. Тихо. Да так захерачим, не ссы. Да ладно, нормально. Все, что ли? Мы справились? Да ладно, скорее бы найти эту лабораторию. Да, это было бы неплохо. Давай это сделаем. Давай, давай. Как-то странно, походу Джек их жахнул-то. Потому что я к этому отношения практически не имею. Так, каратель, каратель. Может быть мы его... все-таки пустой трешот, нет его, да? Он, наверное, там тоже кончился просто. А вот и все. Скорее всего. Так, Гнашер, не. Соберем просто здесь Патрики, да и все. Оббежим все. И потом уже выйдем. Да не нужен он тебе нахер. Нахер он тебе нужен. Да блин, поменяй обратно на ствол. Нормальный ствол. Нет, блядь, меняет на этот гранатомет сраный. Вернее, дробовик. А, ладно, пошли. Мы остались без большого оружия, но я думаю, что это не страшно. Блин, застряло. Ну давай ручками, ручками. Воу! Это было неприятно. Джек, давай свет. Эй, ребятки, как дела? Ты очень вовремя, Маркус. Итак, тут нет лаборатории и анабиозных камер, но мы в какой-то тюремной камере. Тюрьма? Я ее не видел. Вот что мне рассказывали. Ученый Найлс Симпсон, который заправлял этим местом, ставил опыты на детях шахтеров. Ну и чё? Он держал в тюрьме детей и ставил на них опыты?
Я предупреждал о неприятных открытиях, спросите у него сами. Че, он жив, что ли? Он загрузил себя в ИИ-модуль, ищите Найлза в лаборатории. Это, короче, в искусственный разум он себя загрузил. Ладно, найдем. Найдем, если он здесь, мы его найдем. Уж... Эй, Маркус, а коалиция знала о том, чем занимается Найлз? Он свернул, они свернули его проект. Вот почему я всегда не доверял коалиции. Даже когда ее возглавляла моя жена. Короче, они не сразу свернули проект. Это плохо. Так, это что у нас с тобой? А, директива дома Саверенов. Понятно. Почитаешь, расскажешь. А вот и деталька. Можно что-нибудь прокачать. Сколько? Одна деталька? О, три. Круто. У нас с тобой 5 деталей. Что можно прокачать? Ага, саморемонт можно ему прокачать. Почему он, кстати, Хероу так поднимает? Непонятно. Что еще можно прокачать? Защитная маскировка. 7 стоит. Нет, мы не можем прокачать. Так, конденсатор увеличенной мощности, использование шокера. Да подожди, не знаю я, может и нужно, а может и не нужно. Так, Steam можно прокачать, электроловушку, давай электроловушку прокачаем, да? А может быть нет? Вспышку? Импульс? Давай вот это прокачаем. Электроловушку я все-таки прокачаю, я думаю, что это будет самое разумное. Так, нам куда? Нам сюда, да? Темно здесь вообще, прям вообще темно. Так, это еще какая-то читанина. Анализ пациента AX3312. Ну да, здесь как-то очень темно. Прям как-то очень жопошно темно, я тебе хочу сказать. Это камера, барокамера. Ой, тут сгорел, что ли? Трупики, музыка. Твою ж мать, как здесь неприятно. Здесь очень неприятно, друзья. Так, что у нас тут? О, у Найлза, похоже, был любимчик среди подопытных. Подожди. Надо же все проверить. Джек, посвети, блин, здесь как в жопе темно, ты понимаешь? По-моему, Джек вообще ни хера не понимает, что здесь темно. Ладно, нам сюда. Прекрасный мишка даже есть, обалдеть. Смотровая палата. Они наблюдали за этим ребенком. Так, ладно. Сплошная мерзость. О, да, бедные дети. Да уж, не то слово. Маркус, а кем был этот Найлз? Что ему именно, чем занимался-то? Это выше моего уровня доступа, но его проекты были связаны с саранчой. А значит, имел отношение к тебе. Он тебя саранчой обозвал, еще земляным червяком. Так, ладно. Опять выход на улицу, и ничем хорошим, мне кажется, это не закончится, если выход на улицу. Так, здесь ничего нет. Я надеялся все-таки найти побольше деталек. Контрольная точка. Так, нам наверх. Как-то очень тихо. Прям мерзко тихо. Амбиозные камеры. Маркус, мы нашли лабораторию. Хорошо, только держитесь подальше от этих камер. Почему? Что там? Первые дикие творения Найлза. Их прозвали мулами. Последний раз, когда я их видел, они были не в духе. Оу. Надо найти Найлза, он где-то рядом. Пойдем поищем. Пойдем поищем этого урода в искусственном разуме. Оу, слушай, мне кажется, что этот Найлз был не слишком хорошим парнем. Да он был больным доктором, больным ублюдком просто. И все. Найти ИИ. Идем, я хочу болтать с этим уродом. Я бы тоже не против. Хотя, может, ну его нахер, что болтать с ним. Опа. Вкусняшка есть? Ты придумал, о чем спросишь этого чувака? Ну, пожалуй, сперва спрошу насчет его этих детей в клетках. Резонный вопрос.
Ну, а потом спрошу, как все это относится ко мне, естественно. Ничего нет здесь. Либо я ничего-то не увидел. Контрольная точка, друзья. Когда контрольная точка, значит, здесь что-то сейчас будет. А может и нет. Тоже какая-то серверная, что ли? Ну да, похоже на серверную. Так, Маркус, мы справились. Найдите выключатель его и модуля, а потом надевайте шапочки из фольги. Чё одевать? А, чтобы радиация, короче говоря. Чтобы мозги он нам не сожрал. Ну ладно, давай. Маркус, не сработало. Ладно. Услышим ли мы? Слушали вы? Слышите ли вы меня? Да, это точно Найлз. Такой же чокнутый, как и был в былые времена. Джек, иди сюда и загружай все файлы, какие сможешь. О, привет, негодник. Джек, не подцепит от этой штуки что-нибудь какой-нибудь вирус? Не знаю, отправь его в душ, когда закончит, что ли. Большинство файлов повреждены. В некоторых упоминается какой-то кадр. Тебя чем-то это говорит? Нет. А мне да. Я попрошу Берда глянуть. Что это было? О, черт! Джек, уходим! Последняя чистка, она уже началась. Можно прерывать работу. Нет, 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 забей, уходим. Как говорится, баю-бай. Ух. Маркус, тут все заполняется газом. Выбирайтесь отсюда. Блядь. Не сюда. А куда? Да ё-моё! Вверх, 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 вверх. Все, я понял. Валим, 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 валим. Это плохо. Да, да, я вижу, что плохо. Так, 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 вверх, 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 вверх. Да валим, валим, не ссы. Фух, нам сюда. Мы выбрались, друзья. Джек добыл достаточно данных у этого психа. Так, давай дойдем до ялика и узнаем. Там на крыше, смотри. Кейт, опасность. Нормально все. Справимся. Все будет в порядке. Самое главное не ссать. Опа. О, а эти говноеды тоже здесь, да? Так, здесь рой. Минус. Отлично. Мы их всех убили. Тогда идем дальше. Нормально. Справились, наконец-то. Дел, нам сюда... сейчас им... Стой! Нате гранату, сучки! Сдохни, тварь! Отлично, поехали дальше. Да поехали, поехали, не ссы. Воу, снайпер, тихо. Ну-ка иди поставь-ка там ловушечку для них. Так. Сейчас, сейчас перезаряжусь, все будет хорошо. Че, много еще их там? А, не, еще один. Все, все жахнули. Нормально. Все путем. Да зачем ты оверкил взяла, дура? Что ты сотворила-то?
Где Лансер? Фух, не потерялся. Я уж переживать стал, что он потерялся. Подожди, а может быть здесь пройдем? Блин, по-моему, я это зря сделал. А зачем я все здесь прошел, вообще непонятно. Глупости какие-то. Ну пойдем дальше, ладно. Быстрее, быстрее, выходим. Скорее нам сюда. Нормалек. Я забираю свои слова назад. Новая надежда — гадкое местечко. Да, согласен. На сегодня с меня этого зрелища хватит. И на завтра, и до конца жизни, наверное, точно. А, давай вернемся и поищем зацепки. Источник всех бед. Эй, ребята, выбрались? Бер что-нибудь выудил из тех данных? Уйму всего. Перед тем, как последние ученые покинули Новую Надежду, кто-то отправил им сообщение из лаборатории в горе Кадар, известный ранее как оплот Саранчи. А, понятно. А мне довелось там много сражаться, но лаборатории я слышу впервые. Это хорошая новость, так ведь для нас, да? Возможно, беда в том, что координаты источника зашифрованы. Ну ладно, значит, найдем источник сообщения через вышку связи, по которой оно прошло. Да, я знал, что мы не зря тебя с собой взяли. Осмотри окрестности, ищите башни, это поможет вам взять след. Так и сделаем. Короче, нам нужно найти вышки. Осмотреть окрестности, найти вышки. Друзья, я предлагаю на этом на сегодня закончить. Прямо вот на этом месте. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.